Всем привет, Омск на связи. У меня начинается посевная кампания. Это стаканчики для того, чтобы посеять сюда свои томатики. Начинаю я с гномов. Сеять буду почвогрунт Теравита универсальный. Стаканчики мои готовы. Земелька в них. Так утрамбовано до состояния вот такой первой полосочки. Оставляю столько места в стаканчике, потому что дальше будет семечко томатное и будет дальше идти присыпка толщиной 1 сантиметр. Как готовить буду присыпку, покажу. А поливать я буду обыкновенной отстойной водой. И на 1 литр отстойной воды обыкновенной из-под крана 1,5 миллилитра превикура. Слегка увлажню землю и буду сеять свои томатики. Семена томатных гномов я разложила. Сейчас я буду готовить присыпочку, которой я засыпать буду семена толщиной в 1 сантиметр. Сделала я ее из вот такого почвобрикета. Это торф. Для специально томатов, перцев и баклажанов можно взять кокосовый почвобрикет для этих же целей. Но поскольку у меня его не оказалось, я взяла обыкновенный торф. Обыкновенный торф. Заварила этот торф вчера вечерком 2 литрами горячей воды 50-60 градусов. И у меня сегодня, конечно, этот уже торф остыл. И сейчас я буду готовить эту присыпку. Это у меня зола, 200-миллилитровый стаканчик. Сюда высыпаю. Это у меня песок специально. Померила 2 стаканчика, 500-миллилитровых, то есть литр. И сюда же добавляю агровермикулит 4 литра. 4 литра. Вермикулит должен быть мелкой фракции, очень мелкой фракции. Есть такой серый вермикулит, вспученный, он не годится для присыпки. Все это тщательно перемешиваю. По-хорошему, сюда еще нужно насыпать 1 пачечку фитоспорина сухого, поскольку я свой грунт, в который сею семена, поливаю раствором превикура, то фитоспорин я сюда не насыпаю. Если у кого-то нет превикура, то вот в эту смесь, если кто-то будет повторять за мной, нужно насыпать фитоспорин. Вот этот состав присыпки придуман, конечно же, не мной. Мне тоже очень понравилось, и я ее использую. Присыпочка готова. Вот так. Получится где-то вот по ложке вот такой. Рыхлая, воздушная, воздуха и влагопроницаемая. Ох, какая это вкуснота. Какая же это вкуснота. Ну, а сейчас полью под пленочку или под крышечку, в моем случае. И будем ждать всходов. Всем мира, добра, до новых встреч. Пока.